Ну, зверь так зверь. 108. Тринкеты. Много тринкетов. К2МД0КС. И прическа новая. Как бы этого жука в сторону убрать, чтобы он мне не мешал его нормально. Лучше еще маленько в сторону. Так оставлю. Наверное, подкова тут будет лучший вариант пока что. Ты хороший, это много. И нормальный старт. Пресли неблагая. Это у Минстер. Себе. Это же в лаве можно плавать, но это неправда. В лаве нельзя плавать. Шли вниз. Хорошая рума снизу. Шифкерс. Могу бомбы похилиться, но тут будет хилиться особо и не надо. Окей. Ладно. Это было полезно. В каком-то смысле. Это тоже полезно. Челика не взорвал. Все, не хватит, да? Да-да, я заберу тринкет. Музло тише делать я не буду, это стандартная громкость. Никогда я не меняю. Я не забыл, я просто не собирался хилиться. Мне так почти фул хп. Это пока плевать. Сейчас скорее не хилиться, надо... Пробовать тринкет. Поэтому ладно. А! Вот так просто он прокает. Окей. Окей. Это было быстро. Это было быстро. Хм. Ну ладно. Клеща скушать. Не стоит того, наверное. Вдруг он плохо будет кушаться. Неизвестно. Где первое, интересно? У
на минус нулевую какую-то хуйню пишет, здравствуй, на минус. Себе не изменяет. Здесь. Здесь. Это была удача была. Ладно. Уф. Бля, Блэкбаш. О. Так ты умираешь. Красивый стоп-кадр. Привет, Хьюмина. Опять мне предлагают карбеттери на аниме соло. Ну ладно. Только из-за яиц, наверное. Нет. Хотя... В принципе, неплохая скорость, но, блин... Не хочу ее терять. Где двоих сразу он в цепи берет. Тоже удобно так-то. Человек если уже был. Нет, стрим идет минут 15. Вряд ли. Да бы успел. Привет, Метал. Не, не буду это все взрывать, это долго. Слишком долго. Ладно, в принципе, карбеттеры неплохо работают. Ай, блять, это было лишнее. Я, наверное, заберу, наверное, усиление ХП за 5. Две цепи на одного, кайф. На минус не еби мне мозг, пожалуйста. Тем более с самого начала стрима. Я не буду этим лучить. Меня взрывы хилят. Что? Про то, что я бомбы избегаю, это просто рефлекс. Хакер, спасибо за то, если ты не первый, то ты последний. Да это не человек, это другое. По-моему. Да, это пчелки, окей. Ну тоже нормально. Так, мы... Да. Сюда. На мать был прошлый ран. Ай, нет золотых бомб, господи. В другой этаж. Уже бомбы не золотые. Печально. Старт прикольный. У меня уже получается это... Два этажа подряд был золотой ключ.
что. Один железный, три нежелезных. Оставили где-то слово. Там просто открыли ящик Пандоры. И теперь все. Может, пора все. Пора уже убрать это. Добавление эмоутов, может, хватит. Да еще там, благо, много чего уже это. Скипал еще из этих предложение. Там уже столько хуйни уже кидали, совсем откровенный. Как бы это мы сам хуйни уже нам немало добавил, поэтому нет. Уже хватит. Всякие гачи эмоты и всякие эмоты, где опять 200 слов в этом префиксе, я уже не буду больше добавлять. Думаю, уже хватит. Так, опять зодиак. Привет, Криллер. Зря я пошел под грибом, могло в нос пернуть грибом. It's like she's fucking five. И да, а, хорошо, это из Дискорда. Спасибо еще раз, мне хакер. Понравилось. Думаю, все должны это услышать. А, это старое видео, так я думаю, его... Ладно, может, не все послушали, но я давно это видео видел. Там же реально старое видео. Ну да, там ничего такое видео. Хорошо сделано. Привет, Доклайф. Привет, Динер. Так, это вроде дает дэмэдж, правильно, Тринкет? Что-то типа простуда, наверное. Или пришло типа зуба, да, по-моему? Там, по-моему, что-то типа зуба вылетает. Не помню, что она делает. Ну да, там типа зуб вылетает. По-моему, там тоже мультипликатор дэмэджа, по-моему. Наверное. Так что это неплохо. Скиньте челику ссылку на пчелок, потому что я не объясню название песни. Там он челик просит, англичанин. Энвэмп. Это хорошо. Спасибо, Таракш. Ретоксиджен. Так, я надеюсь, на ангелов, наверное, с этой душой Айзека. А, его даже не вхуярило цепями, окей. Ну, классно. Какой-то клёвый. Говна было много. Поэтому говно пошло в цепи. Никто не скинул рекру. Чат уже не тот. Чат сильно хороший стал. Soul of Isaac. Ага.
Такоса лучше. Вчера был день Абадона, бля, сложно. Получилось. Абадон был вчера, окей, сегодня уже не день Абадона. Сегодня пускай будет день Кос. Так уж нормально. Там, по-моему, телепорт, да, уже где-то был телепорт. С собой сразу взять его можно. А, еще была фулл карта. А еще можно взять свечку. И, наверное, ее я оставлю. Неплохой вроде старт. То есть хп нормально, кстати. Немного потеряли. Это, наверное, здесь. Тоже можно открыть. Окей. Ладно. Тут довольно даже выгодно будет получилось по итогу. С двумя сундуками. Да, вряд ли здесь, но вдруг. Реально здесь. Видимо, короткий этаж. Ну да, тоже будет. Это можете себе оставить. Так, у нас здесь Бонхарт и куча красного хп. Попахивает каким-то фармом. Каким-то пахнет фармом. Может быть, сахома. Керса будет точно. Яйца. Сквозь рейндж, ладно. Так, сюда. Опять кончила. Спасибо за гудлак. Там была лошадиная. Нет, обычная. Я уже видел обе секретки. Уже не нужно. Нет, только из-за спрайта кос фаермайна брать не хочу. Это мерзотнейший спрайт. Непрозрачный, не хочу его видеть. Потом еще будет дэмэджа больше. Да вообще нихера не буду видеть. Оно весь экран перекроет к херам. Я вообще, по-моему, даже плохо, да, по-моему. Вроде пирсинг фаермайн это, в принципе, хуевая идея. Оно бывает бахает хер пойми где. Непредсказуемо. Так что в любом случае это плохая идея. Иммун. Ну, в данном случае, да, но я говорю, я не беру не из-за взрывов, а из-за того, что спрайт говна. В курсе я был в курсе.
еще фермится. Надо бахнуться мухой, но это сложно. Дай мухой бахнуться. Блять, далеко стою. Соси! Медал, не еби мне мозг, пожалуйста. Я был в Кёрсе. Зачем? Ты говоришь, что не был, если я там был. Причем это так говорит уверенно, потому что будучи неправым. Зачем так делать? И тем более, даже если не было, как бы похуй абсолютно. Даже если бы не было, типа там делать нечего в этой Кёрсе. Хоть так, хоть так. Типа сейчас, наверное, есть смысл. Сейчас я вам взял там на хороший Кёрс. Так даже если не было, потому что я в ней был. Какая в сраку разница? Не было в этой руме, тут, наверное, более важно. Так, кстати, Шуквейва, да, Шуквейва тоже теперь дамажит. Уже давно. Тоже надо избегать, даже имея бомб имьюн. Раньше, по-моему, можно было бы не хилиться, по-моему. Под Шуквейв атак. Найс. Правильный бомж. Да, Файермайн с косами еще более непрозрачный. Я потому и терпеть не могу этот спрайт. Я стараюсь никуда не брать, типа, Файермайн на косы. Очень неудобно. И тем более, опять же, если слезы большие еще будут из-за там демеджа, то совсем плохо будет. Это двойная хилка, лол. Это будет много хп. Хотите пюрешку? Только если с котлетками. Без котлеток не надо. Это можно выкинуть. Пока что. Это мне на зверя пригодится, наверное. Замедлялка. Предлагали, я тоже чат. Я тоже есть в чате. Так что мне тоже можно. Я такой же участник чата, как и вы. Еще мне нужна фулл-карта. It's like she's fucking five! Пирожка. Спасибо, что достал хакер. Кулинарная пауза. Это еще не Букорн, да? Вторая книжка, что это? Вторая книжка только. Кёрсы. Мара хейтер пюрешки. Надо, кстати, будет вернуться за тринкетом хорошим. Да, блять, почему все прилипшее это, господи? Все липнет. Так, еще одна Кёрса. Вот такая же Кёрс. Там еще деньги есть.
Как раз котлетки были. Котлетки кайф. Нихуя ты рашку приплел, резончик. Какой-то новый уровень. Уверенно. ХП, а нахуя мне ХП, если у меня книжка хилит? Я снова потеряю пол ХП на выходе. Качи версия Энджойкина? Не знаю. Надо у гача эксперта спрашивать. Я таким не являюсь. О, мемный ключ. Да будет ли мемная Пандора? Еще я, возможно, фул карту уже провтыкал. Или видел, или не видел. Притером. Гачи-версия всего, если я хочу гачи-версию мертвого. Это будет лучшая гача в истории, я думаю. Хотя, по-моему, мы его слушали. По-моему. Наверное. Опа, суп. Так, суп я беру в конце, правильно. Терепил слово. Сегодня Абадон в косы поролился душу Айзека. Так получилось. Я не знаю, какой альбом вышел, я не фанат Мирзбоу. У них вроде много музыки, да. Забрать. Деньги забрал. Кампус. Печально. А! Будет так. Ну ладно. Тоже вариант. Ну хотя бы не Крампус. По крайней мере, это не Крампус. It's like she's fucking five. Мой мужик показал мне вот это. И я считаю, что Изико... Спасибо за 100 рублей, Плотникова. Знакомо звучит, вернее, название выглядит. А, опять лагать, сука. Ёбаный донат алертс. Что с ним, блядь, не так последние дни? А еще я не взял тринкет нужный сразу, это ошибка. Все нахуй. Зависло. Оно обычно развисает. Наверное, оно отвиснет. Возможно. Послушали? Ну да, типа. Как говорится, послушали и хватит. Если вести на ютубе Мирзбоу гача, то пересылка идет на урок английский спорно. Ну, в принципе, логично. Тоже вариант. Скам, ну, бля. Наверное, оно отлагает. Наверное. Возможно, нет. Не знаю. Но пока вроде там это. Прогрузка. Может быть, оно прогрузится.
такая частая, кстати, версия этой First Room. Часто ее вижу. Ура, ребусы. А, они еще их пушат. Классно. Охуенная рума. Ладно. И еще эта конченая комната. Окей. Камень. Какой-то мне не похуй, ей-богу. Вон книжка на 2 хп и вон хард. Ну, походу, не будет она играть. 2 хп из-за карбетери. Ладно, открою сам. А, и теперь оно пошло, да, когда я сам открыл? Чё нахуй? Ты чё, угораешь? Теперь оно само заиграло. И опять зависло, нет. И пошло. Не, подожди, вроде играет. Вроде играет. В пизду. Иди нахуй, Донаталёрц. Просто иди нахуй. Сам включу. Где она там играла? Тут. Может, конечно, видео конченое какое-то. Потому что оно у меня тут тоже, кстати, не грузится дальше. What? Не, вроде грузится. Оно как-то очень хуёво грузится. Ничего не понимаю. Странно. Очень странно. Ну, вроде все, вроде пошло. Что-то можно грузить, там даже видео нет. Там, блядь, картинка и звук. Привет, Ник. Two of diamonds. Так, а эта рума мне пока не особо нужна. Посмотрим сейчас на этом этаже. I spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? Ага. Все, аквариус прикольный. Аквариус темный, потому что, видимо, темная материя. Хек. О, найс. Мне нашли нужную карту. Спасибо. Ребята полезные оказались. Вот импресс. Что я искал. Привет, Майк. Суп, конечно, не доживет до Нового года. Суп скоро уже, по-моему, закончится. Я могу это взять просто так. За компанию возьмем в татуэльку. Маленько поможет. Вообще дэмэджа как будто мало. Ничего не понимаю, вроде дэмэджа много и даже вроде нормально терой. Как-то все умирает долго. Кажется. Странное ощущение. Как будто DPS-а реально не хватает в этом ране. Это вроде такого не должно быть. Что-то спит.
Ну, может быть, да, маленько низковатые. Может, это маленько смущает. Долетает долго все. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. Insane. You are taking this too far. Did you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Может быть, маленько супа дог мне останется. Чуть-чуть супа. Прям совсем уже маленько. Ну и то не уверен. А, все, уже конец. Я такой большой дэмэдж, реально, 12 дэмэдж у меня базовый. Интересно, думал меньше. У меня такой плохой дэмэдж получается. Не так все плохо. It's like she's fucking five. Ну раз ты не в клубе, ссылку https://www.youtube.com/watch v равно от d36r6r подчеркивание 6 минут, я скипну, если вспомню где. На 4 минутах. Видишь, они обузят лимиты. Ну во. Нормальная музыка. Потише. Там громкость, да, по-моему, осталась с прошлой песни. Нормально. It's like she's fucking. Блять, теперь five. Это будут играть, потому что проебались по ссылке. Такая пляска с песнями. Спасибо, Денис, за 100 рублей. Я в свое время плейлист на Ютубе создал. Музультики. Всем добра и с новым надо годом. Теперь это ставить на паузу. Любви и счастья будет... меньше, чем три. Две в раз будут играть. Пауза. Скипни. Зачем? Нормальный шпиц. Вообще довольно, кстати, ласковая песня у Мерзбоу. Там, по-моему, есть похуже. По-моему, у меня есть песня похуже в плейлисте. F-стрим? Нет, F-стрим нету. Что-то у вас поломалось. Но там я скину, когда будет 4 минуты. Еще пока рано. Чтоб все честно было. Еще там лягушка на обложке. Мой маленько разыгрался. Мелодично. Заводская романтика. Индустриальная. Петрил. Блядь. Шаря прикольная песня, знаешь. Найс. Но жаба что-то плохое сейчас, по-моему, происходит. Мне кажется. Хорошо, видео нету. Я думаю, это такое вряд ли можно показывать. Несчастная жаба.
ютубовские не узнает, не. У них даже нету картинки даже. Они точно не узнают, что это за песня. Только могу в чате подсказать, разве что. Могут дать намек. Балабанов в звук превратили. Блять. Кайф. Так, еще полминуты осталось. Чистого кайфа. А, правда, я дома еще буду ебать надолго. Маленько больше послушаю, наверное. Я там не могу скипать во время файта. Блин, я звуки догмы не слышу, хуёво. Какие хуёвые паттерны. Догмы прям хорошо, да, заходит? Как будто музыка из игры. Блять, надо было Мерсбоу реально ставить на догму. Ладно. Хватит. Найс песня. О, какой резкий переход. Какой резкий переход. Блять. Реально босс-файт музыка. Чтобы еще сложнее было играть. Опять лагает? Сука, опять лагает. Господи, что за кал с Индонатолесом происходит? Что за пиздец? А, он, блядь, завис и решил раньше меня ёбнуть, окей. Привет, Клава. Спасибо за удачу. VPN? Я VPN-ом не пользуюсь на компе. Так что исключено. Тут посмотрел Наталюс опять калом. Объелся, видимо. Как обычно. Ага, испугался. Дрифт? У меня уже 3 DualSense познакомят. Но дрифта, по-моему, жесткого не было ни на одном. Так, муж маленький. Но дрифт, по-моему, везде уже есть. Хотя, на первых двух точно уже дрифт, наверное, был. Там даже не дрифт, просто стик уже такой. Полуразъебанный уже. С один хер его менять, по идее, надо. Не те уже просто ощущения были, поэтому брал новые. Если ты ищешь геймпад, где нет типа стик дрифта, просто бери клавиатуру. Он везде появляется, стик дрифт. На всех новых геймпадах уже давно. Типа это просто ну, никак это не законтрить. Там стики из одного и того же говна все. Что Xbox, что Sony. Одна и та же хуйня. Типа либо берешь новый геймпад, либо просто постоянно крутишь стик. Заменой. Это дрифт? Токийский. Возможно. Ну, кстати, в Полова я играю на депаде, реально. Я на тике там вообще не могу играть. Там, просто, ну, неудобно, по-моему, на стике играть. На кнопках немного удобнее. Хотя
Депад, правда, на DualSense не особо, конечно, удобен для таких, игр. Но ничего не сделаешь. На стике я там вообще ничего не могу делать. Слишком непривычно. Слишком много направлений нужно постоянно делать. Менять постоянно. Паленые, сейчас я только паленые есть, смотрю. Тьё, у нас там одни, блядь, аналоги, причем за 7000 просто ебанулись нахуй. Они за ебаные 6000 рублей продают, блядь, аналог DualSense. Это что за цены? Типа 6-7к за ебаный аналог. А оригинал типа стоит 8, но его нету в наличии. Пизданись. Покупать аналог, блядь, DualSense за такие деньги. Кто вообще берет? Какие психи это вообще будут брать? Что-то страшное, конечно. Но там, конечно, новый DualSense будет стоить вообще 1020, наверное, который выйдет в январе, в феврале, когда он там выйдет. Который типа как Elite контроллер Sony. Не знаю, буду ли я его брать, конечно. Что-то так же дороговато, по-моему, звучит. Но там будет ход свап стиков, что немного подкупает. И они вроде стоить будут, вроде как, нет, недорого. Ну, вроде как. МСК 9К технопарк, вроде оригинал. Ну, наверное, я думаю, сейчас они, наверное, будут стоить больше. Раз, типа, аналоги по таким ценам сейчас по региону продают. ДНС-овские. Видимо, сейчас оригиналы будут больше стоить. Я тоже брал оригинал, типа, за 4500. Ну, максимум, по-моему, за 5 с чем-то брал. Или за 6. Ровно. По-моему, я за 5 с чем-то брал. Даже, по-моему, не за 6 брал. Ну, в этом году, очевидно. То есть уже после всех приколов уже. А сейчас, походу, либо там поставок уже вообще нету. Этих геймпадов, либо хер знает что. Новые атаки? Да нет, почему новые? Старые атаки. А, кайф, ты решил одновременно сделать и атаку, и на меня попустил. Пипец. План 111. Да, я думаю, побольше, наверное. Посмотрим, как сегодня поползет. Это редкая атака, да. Я тоже ее довольно редко вижу. Она причем бывает же только после первой волны, ну, после первого круга, то есть ты на второй круг даже часто после даже не доходишь. Если тебе билд нормально, ты типа проходишь один круг и все, он обычно умирает. Это только в конце второго круга такие атаки прокать и тоже не всегда. Окей, 108.